более что, как известно, такой опыт у нас уже имеется в нашей истории. Но и, конечно же, сокращение неравенства как в обществе, так и между регионами также является одной из главных целей вот этой донастройки налоговой системы. Если мы говорим о налоге на прибыль, то здесь очевидно, и об этом также много сегодня было сказано, в первую очередь мы должны стимулировать инвестиции. Здесь речь идет и о сохранении тех режимов инвестиционных, которые у нас сейчас есть, на стабильной долгосрочной основе. Здесь идет речь и об изменении политики амортизации с тем, чтобы стимулировать вложения высокотехнологичные, приобретение российского высокотехнологичного оборудования. Здесь, конечно, и льгота по капвложениям. Все это, безусловно, нужно самым подробным образом обсудить и при рассмотрении уже конкретных предложений. Справедливость для регионов, безусловно, должна сокращать неравенство между доходами и, соответственно, уровнем жизни в регионах.